Приветствую всех! С вами Нидерамос, и мы продолжаем проходить Resident Evil DS. Возможно, по марафону, возможно, нет. Я сам еще не определился. Но в любом случае, просто еще разок вспомним прохождение этой игры. И давайте одну смесь себе заварим. И в этой серии у нас будет одна такая очень жесткая головоломка, которая меня прям может минут на 10 сломать. О. Да в смысле, я же нажал. А вот как от такого зомби, кстати, не получить урон и уклониться, грубо говоря? Я не понимаю. Потому что я его сейчас убил, и ему пофиг было. Я специально пока что не лечусь, потому что мы еще. Хрена. Что я за нож-дробовик использовал? Патрон к пистолету. Ну окей, не страшно, мы их скоро, совсем скоро потратим. Так, мы пропускаем ролики. Который понятно, что в хреновом качестве. Так, в смысле, ты должен быть уже все. Использовать ее сразу не могу. Жаль, что не добавили такую особенность. А, хорошо, нам подложили боеприпасов, это вкусно. И не только боеприпасов, а всяких самых разных припасов. Ну, если честно, Берри намного более прикольные боеприпасы, значит, просто припасы кладет, чем Вескер. Потому что, когда Вескер нам кладет, тут вместо кислых гранат появляется пачка патронов для пистолета. А это как бы... Ну, как бы понятно, что... Несколько несоизмеримо разного калибра вещи. Так, в смысле, ты идешь? О! Здорово, юноша. Вы что хотите? Как он, как выбесился прям. За три пули его? Ты вы чё, игра, госпожа? Это что происходит? Как так вообще? Так, все, пистолет я, пожалуй, выкину. У меня есть дробь. Так,
Т-т-т-т-т. Вот сюда, на самый верх. Я сохранюсь, потому что сейчас меня ждет головоломка. Вторая, вот которая реально меня может сейчас надолго замучить. Это будет полный аргаха с этой головоломкой. Сейчас будем страдать, как говорится. Кстати, погодите. А, я не могу. Не могу сюда повесить. Так, давайте отмотаем назад. Вот это очень сложная вещь. Вот для эмуляции особенно. Что слетает постоянно. Вот почему она слетает? Это моя самая нелюбимая головоломка вот в DS-версии. Потому что она очень неудобная. Фух. Мы как заклинатели змей, музыка призвали змею. Ну что ж, шланг. Нет. Он красивого цвета стал, такой розового прям. О, кстати, можно дозарядить гранатомет. Прям даже специальную анимацию для этого сделали. Прикольно. Так, ну давайте. Сходим сюда.
Будем идти все еще на хорошую концовку, поэтому пока что идем так. Так, ну я рад, что головоломка у меня не сильно много времени заняла. Нам надо как-то более-менее аккуратно следить. Так, ну хорошо, хорошо. Хотя, у меня что по месту? Нормально. Только я бы вот так сделал, чтобы меня охотники не приваншотили. Коснись могилы, возьми меч и будь смелым. Тронуть. Это я знаю, что какая-то такая отдельная игра есть. Кстати, что-то веревка болтается как-то слишком близко к этому. Ну, конкретно вот здесь вообще ничего сложного нет, вот. Кстати, зомби, что ли? Что? Огнемет? Зажил? Кстати, вот эта версия музыки мне тоже нравится. Не скажу, что она лучше или хуже оригинала. Но она тоже прикольная. То есть мне огнемет нужен был он... Аргаха? Так, погодите, а если я... заберу его... Я могу с ним вместе выйти наружу? Я просто огнемет хотел потратить на каких-нибудь охотников. Я подозреваю, что вот та дверь тоже может быть закрыта сейчас. Да? Может быть, вот эта дверь, да? Ну да. Для этого здесь эта штука и есть. Ладно, проворонил я свой огнемет. Так, ну я хочу пойти еще и поисследовать особняк. Козлина жидкости тратит мои драгоценные заряды. Точнее, у меня, кстати, здесь трава же есть. Я совсем забыл. Ладно, пока оставлю, потом еще съем, если что. Я забыл про эти патроны, которые у нашего товарища были.
Тут никого, да? Просто интересно осмотреть, что тут никто не появляется новый. Ну тут змея была когда-то. Теперь ее нет. И это хорошо. Ну, вообще мы идем в другое крыло. Вот проблема только еще в том, что у нас еще охотники от первого лица могут появиться. Это будет сложно. Я просто не хотел врезаться в эту ворону. Да, блин, промазал. Драгоценным снарядом. Погоди, назад. Пока не будем. Так, у меня что по месту? Дофига у меня места. Так, записочка. Погодите, а что такое? Ага, изменил. Все, задули свечи. У меня не та настройка стояла, поэтому... Так, я могу... Хоть как-то это сделать. Так надо. Да. Слишком далеко задвинул лесенку. Так, кто у нас тут? У нас зомби. Он не мог поверить, что Джилл могла застрелить его со спины. Это разбило ему сердце. Я полагаю, ему стало очень грустно от такого. Вот и все. Берем магнум. Сейчас он же кольт. Магнум даже он тут называется. Это, он даже визуально выглядит по-другому. Он более массивный.
Нет, это другая пушка. Может быть, конечно, кроме внешнего вида он толком ничем не отличается, но сам факт, что это интересно. О, пауки, кстати, как в измененном режиме. Я сейчас назад пошел, потому что мне там делать нечего сейчас. Так, повезло, что у нас сейчас нет мини-игры от первого лица. С охотниками я на самом деле ее побаиваюсь, потому что я не помню, как с ними сражаться надо. Перезарядочка. Хорошо, прошли вот. Сохранили успех. Теперь мне точно не придется с этой головоломкой, с граммофоном этим мучиться дальше. Так, идем вот с таким арсеналом дальше, потому что... То, что нам место еще понадобится впереди. Я пойду прямо через здесь. А тут как-то больно дофига ползает. Парни, вам тут нормально? Аргаха. Так, слева. Это был мат на охотничьем языке. Я уверен. Батарея? Ага. А что мне с батареей делать? Че нет, что с батареей делать, я понимаю, я имею в виду. Мне казалось, что батарея должна быть в другом месте. Значит, в другом месте будет кое-что другое, окей. А логично, правда? Давайте ящик сразу обшмонаем. Все норм? Видимо, норм. Есть меч. В дверь воткнут меч. Вытащить меч. Ох. Какой всплеск. Извини, товарищ. Да, и в окно не взглянуть. Мы в этой версии тоже не можем увидеть, что там происходит. Ну, вот эту площадку. Точнее, как, в неизмененном в режиме, в классическом, может быть, и можно.
Попова. Что это было сейчас вообще, я не понимаю. Я не помню такого. Так, ты мне правильное место подскажешь? Да. Не, ну что это за жуть сейчас прошла такая черная? Здесь записка. Письмо Эрика. Дэвид, у меня к тебе просьба. Можешь посмотреть, поискать книгу, которую я потерял? Похоже, я потерял ее где-то в районе дома охраны, когда немного перепил. Она очень важна для меня. Пожалуйста, найди ее. Благодарю тебя, Эрик. Новый документ. Химера. В особняке. Вот так вот бывает. Вот уж чего точно я не ожидал. Вот про вот эту химеру я точно забыл. Я вообще... Как будто я первый раз это вижу. Так. Мы в подвале снова. А, кстати, дверь работает. Аргаха. Просто Я, кстати, думал, что это будет реализовано как в подземелье положено, как в ремейке, по-моему, это сделано в подземелье, что если в одном месте висит вот это огнемет, то типа он будет везде открывать двери, которые именно с этим огнеметом связаны. Хотя, кстати, погодите. Давайте я просто возьму огнемет и просто отнесу его на место. Применять мне его нет против кого? Это просто быстрее, чем сейчас идти через весь особняк на втором этаже, обходить обратно. Да, ну, это у нас. И вот интересно, зомби тут обычные или нет? Необычный. Хотя урона не так уж много в себя принял и сдох. Видимо, он, это, скажем так, смесь того зомби из Advanced, из измененного режима, в общем, в директор ската здания и обычного. То есть
ХП у него почти что как у обычного. А вот скорость прям как у того. Чё? Ты нафига в столовой ешь человека? Причем забавно, с той стороны белый халат ел зеленого, а с этой стороны зеленый ел белого. Опа. Собаки. Собаки в холле. Причем я их не вызывал еще. Ох, здрасте, я вообще про вас забыл. А, все? Так, ну я пистолетный патрон уже брать не буду. Хоть у меня не так сильно много дроби. А ладно, возьму. Все-таки честно заслуженные. Три патрона. Как-никак. О. Пять патронов дробовика. Охрененно можно. Вкусно. Не-не-не, спасибо, дружище. Кстати, а здесь кто у нас? Появились зомби? А ты как сдох? Видимо, в этой игре у дробовика... А, у меня здоровье идеальное. А, удивительно. Видимо, разброс у дробовика еще по вертикали распространяется в этой версии. Забавно. Сюда мы войти не можем. А, кстати, ключи я давно уже и выкинул. Я забыл про это даже. Так, мы надавим на выключатель. А тут диск. Мы возьмем, разумеется. Что? Собаки с магнума не валятся? Вы охренели? Вот таким прикольным звоном падают пустые гильзы. Разумеется, у нас еще не все. Нам не зря сказали про дом охраны.
Ох. Повезло. А? А, ну да. Нафига я, кстати, сюда иду? У меня нет этой батарейки же. О, не батарейки, рукоятки квадратного цвета. Просто чтобы сразу от батарей и от этой рукоятки избавиться полноценно. И вообще, по-хорошему, мне даже не обязательно сейчас это делать. Я могу сильно позже это все этим заняться. Так, а где у меня? Так. Хрена у меня. Гранат, я имею в виду, у меня как-то достаточно дофига произошло. Так, я на всякий случай сделаю сохранение. И пойдем назад. Я сейчас ставлю батарею и после этого схожу в дом охраны. Хотя, по идее, зря сейчас сохранился. Потому что, по идее, надо было бы как раз в доме охраны сохраниться перед тем, что там будет. Когда я первый раз туда попал, я прямо охренел, если честно, от происходящего. Сейчас настолько охреневать, конечно, вряд ли я стану. Тут никого вроде бы. Пауки, пауки, пауканы, пауки. В смысле ты меня потрогал? Неадекватная восьмилапая морда на ножках. На тех самых восьминожках. Осьминожка, короче. Ой-ой-ой. Вообще уклоняется от некоторых моих атак. Разумеется, я проиграл. Я имею в виду, проиграл в плане, что мне не будет награды дополнительной.
Да вы задолбали. У меня есть, кстати, место на это все. Но на самом деле охотники не такие сложные от первого лица вот этого. Но посложнее зомби. Это нельзя не признать. Ага. Музыка изменилась. Стало как на балконе Фореста. Это забавно. Так. Едим траву, чтобы у нас здоровье так не мигало слева. Так, погоди, я хочу выкинуть. А вот эта рукоятка мне, по-моему, уже вообще не нужна. Кстати, 4 ленты осталось. Такое ощущение, что мне надо бы где-то искать ленту. Я как-то не обратил внимания, что я столько ее трачу. И она будет иметь свойство заканчиваться, в конце концов. Так непривычно бегать по этому зданию с такой музыкой. Я серьезно забыл, что она тут меняется. А если я сюда зайду? Здесь вроде то, что и было. О, в этом коридоре музыка. Вы представляете, музыка здесь. Я сейчас возьму парочку вот этих штук. Мне интересно, в подвале музыка какая? Изменится как-то или нет? И вообще хоть что-то в подвале изменится? Заодно можно зайти посмотреть на корень растения. Не, что-то так и не зашел. Не, ну музыка, видимо, не меняется. Ну да. Ничего особенного здесь нет. Ну вот музыка в доме охраны на первом этаже, то что основная поменялась, это необычно, согласитесь.
Видимо, решили где-то еще использовать эту мелодию. Нехороший человек. Ну, нам сюда. Просто подбираем тайминг и атакуем. Или попадаем под ее атаку, когда она меняет резко курс. Вот и все. Хрена ты ж стукнулась. И вот наша книжка, которую мы искали. Странно, что вот этот кусок растения даже не исчез. Кстати, музыка обратно изменилась. Смешно. Кстати, его даже можно выдвинуть обратно. Не знал. Можно, например, заварить дверь, что... завалить дверь, чтобы никто отсюда не вышел. Ну, видимо, та музыка нагнетала нам обстановку. Типа мы не знали, что тут будет происходить. Я вышел просто, чтобы на пчелу не нарваться. Я, конечно, нормально так расходую боеприпасы, тратить магнум на пчелу, но оно меня выбесило. Так, ну лента, кстати, появилась. Мы как раз подобрали здесь ленту. Так, погоди. Спрей? Мне не то чтобы сильно нужен. А вот это я бы взял. Так, а насчет револьвера у меня... А, ну нормально, пуля еще есть. И на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих сериях. Всем пока!